Ну, что сказать, слава богу, что мы до конца не проиграли, к сожалению, не выиграли, но думаю, что игра была очень хорошая с нашей стороны, и я думаю, что очень хороший результат за и следующую игру, и до конца еще эти две игры сыграть как надо и попробовать выиграть. Что сказать с Алашкетом, каждая игра трудна. Они хорошие футболисты, хорошие легионеры, хорошие местные игроки. Я думаю, что они тоже играли хорошо, но я думаю, что они Микич лучше играли. По времени игры два раза, да, Алашкет выиграл, да, 1-0 в том году. Да, они один, да, они 1-0 выиграли, потом мы забили во время, я, слава богу, забил гол, потом на перерыв. Был 1-1, начали второй тайм, но неудачно получил второй. И потом очень было сложно забить за нас второй гол, но слава богу, Мартин и меня очень приятно, что Мартин как молодой игрок забил для него. Какая атмосфера была после игры? Как и после каждой игры. Ну, все нормально, готовимся, нам тренер дал день выходной, чтобы хорошо остановился и чтобы дальше работали и приготовили следующую игру. Честно, перед игрой у нас задача была выиграть. На концу забрали эти очки, один очко. Я думаю, что на концу хороший результат за нас, как игра была, очень хороший результат.